Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство PocketBook ThinkPad 3 Pro. И сейчас мы разберемся, как изменить язык клавиатуры на данном устройстве. Итак, для того, чтобы это проверить, заходим в приложение, в браузер, например. Итак, здесь, например, используем адресную ссылку для того, чтобы посмотреть у нас тут клавиатуру. И с помощью кнопки глобуса вы сможете поменять клавиатуру. Ничего более, только поменять. Также можно зайти в приложение, в настройки, языки, раскладки клавиатуры. И у нас здесь есть первая раскладка клавиатуры, вторая, и можно также настроить и третью. И тогда мы сможем переключаться также между чешским. Либо выключить этот третий язык. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!